Мерхат Конопьянов. По переулку бродит лето, солнце льется прямо с крыш. В потоке солнечного света у киоска ты стоишь. Присядку ножками журналы, на них восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. А я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой запишь любую королеву красоты. Я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы, как единственный на свете королева красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Красавиц видел я немало, и в журналах, и в кино, но ни одна из них не стала лучше белой все равно. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты милее всех на свете, королева красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. В потоке солнечного света у киоска ты стоишь. И я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы, как единственный на свете королеве красоты. Как единственный на свете королеве красоты. Как единственный на свете королеве красоты. Что, Мерхат, я надеюсь, ты оценил по достоинству мой выбор, да? Я как бы не пошел по пути твоего наставника. Я хотел, чтобы ты в самом деле исполнил эту песню, потому что я думаю, что она была твоя в самом деле. То есть, да, Мерхат красавчик, да. То что тут скажешь, ничего не добавишь. То, что ты ее спел хорошо, я как бы ни секунды не сомневался. Мне понравилось то, что ты, знаешь, на конкурсе становишься более раскованным, да, то есть ты становишься более, скажем, отходишь от имиджа военного музыканта. В связи с этим у меня вопрос такой, а если, да, если все-таки жизнь сложится так, что тебе придется выбирать между оркестром и сольной карьерой, у тебя есть по этому поводу мысли? Вдруг тебя жизнь поставит вот в такую ситуацию, что тебе придется, я хочу работать соло. Сможешь? Мен әскери қызметке жұмысқа орналасқанда, мен үнемі айтып жүрем. Маған өнер бірінші жолды. Бірінші орын үнемі. Сондықтан да менің ұжымым мені қолдайды әрдайым, сөйтіп ойлаймын мен. Бәрекелді. Ну, все-таки, я думаю, да, ты прав, потому что оркестр тебе дал то понимание музыки, ощущение музыки, да, и благодаря все-таки оркестру ты попал к нам на конкурс. Но мне очень нравится, что ты меняешься на конкурсе, и вот каждый концерт ты меняешься. Спасибо большое тебе за исполнение, я надеюсь, что я тебя тоже порадовал выбором своей песни. Рахмет үлкен. Ну вот, пришли мы к выбору Нурбергена. Ты знаешь, Мерхат? Мне кажется, это абсолютно твоя песня. Вот и от начала до конца это абсолютно твоя песня. Но мне интересно другое. Классно спел, у меня сегодня нет к тебе претензий, к этому номеру абсолютно никаких претензий нет. Шикарно, мне даже удивило, насколько ты старался гармонично танцевать, потому что тебе это вообще некомфортно, по идее. Вы маршировать привыкли, поэтому... У меня тут такой интерес возник. Вот ты у нас на проекте, скажем, ты же человек семейный, человек военный. То есть по всем фронтам ты, ну, так строго дисциплинирован, да?
А как же вот относится твоя супруга к тому, что здесь вот такой балет прекрасный с тобой все время рядом? Ты же и сам отмечал, что балет, девчонки-то красотки, а? Ну, вообще, у меня мой коллектив, я же начальник эстрадно-танцевального отделения, у меня 6 девушек подчинения есть. А, то есть уже да, привыкла, она уже да? Привыкла. Ну, если я бы станцевал с вами, я думаю, моя жена бы приревновала бы. Скажи, пусть не ревнует, нормально все. Окей. Было круто, было очень круто, спасибо. Фухат, я... А жена в зале, кстати? Я очень рада, что ты справился с задачей, которую поставил тебе Нурберген. Действительно, песня тебе подошла. Немножечко сложновато тебе было в куплетах, но сегодня ты был зажигательный. Ты... Что происходит? Все классно. Все классно. Ты зажигал, ты расслабился, ты наконец-то улыбаешься на сцене. Ты, кстати, неплохо танцуешь. И еще тебе очень идет яркое. Правда, и светлая, и ты как будто бы стал моложе, и даже симпатичнее еще. Поэтому я думаю, что все телезрители будут в восторге от твоего номера, и, конечно же, за номер 8 будут голосовать. Я в этом просто уверена. Спасибо, уважаемые наставники. Итак, друзья, хочу вас познакомить с очень важным человеком. Именно с ним у Мирхата началась концертная деятельность. Друг детства — это Асхат. Асхат, приветствую. Скажите, пожалуйста, как давно вы дружите с Мирхатом и когда начали устраивать концерты? Ассаламу алейкум, Казахстан. Мирхат, каким с балагиздем, бергеоскин, доспуз. Ол, кшкентегизмзден, бздн, акешешемз, дос. Ол, кшкентегизмзден, кшкентегизмден, бастап, айнайтап. Концерт қойып жүретін. Мирхат, алға, тек қана жеңіс тілеймін. Казахстан, қолдаңыздар! Рахмет, Мирхат, да, в детстве устраивал концерты, но ничего не изменилось, он также продолжает собирать родственников, друзей, но уже не дома, а здесь, в зале, и радует всех нас своим выступлением. Мирхан, а ты помнишь свой первый концерт для родных и свою первую песню? Әрине, есімде 90 жылдар хит болған, ана «Байландо, байландо» деген. Сол өлінді айтып, әке анамызды қуантатымыз сөгізде. А какие бонусы за концерты ты тогда получал? Арнур шыны керек, ол кезде бізге жай біздің әкешеміздің қошеметін өзі керемет болатын. Біз риза болатымыз соған. Ол кісілердің, ой, молодец, өскенде әнші болады деп, сонда бір керемет бір сөздері бізге бір ақпата секілді ғой. Сонтан да мен сөгізде әрбір она кампит берседе соған риза болатынмыз ғой шынды айтсам. Его хвалили родственники, конечно, и ему этого было достаточно.